Дорогие друзья, приветствую всех собравшихся на церемонии открытия памятника погибшим при защите Отечества. Этот монумент установлен в память о трагической судьбе бойцов и командиров 2-й ударной армии Волховского фронта. Стремясь как можно скорее прорвать блокаду Ленинграда, Ставка начала Любанскую наступательную операцию. К сожалению, она окончилась трагедией. Попавшая в окружение 2-я ударная армия, несмотря на неоднократные попытки, не смогла его прорвать. В окрестных лесах поисковики по сей день находят останки советских воинов, тысячи и тысячи которых погибли в ходе ожесточенных боев. Они сохранили верность Отечеству до конца. И подавляющее большинство тех, кто раненый, истощенный, лишенный боеприпасов, попал в плен и не пошел на сотрудничество с врагом. Среди них был известный татарский поэт Муса Джалиль, замученный в фашистских застенках. В своих прощальных строках, обращенных к родине, он пишет: «Кто посмеет сказать, что я тебя предал? Кто хоть в чем-нибудь бросит упрек? Волхов свидетель, я не струсил, пылинку жизни моей не берег». Открытый сегодня памятник призван восстановить историческую справедливость. Выражаю признательность государственной компании «Автодор» и Фонду развития науки и культуры «Таволга», организовавшим создание этого монумента. Вечная память героям!